законодательства, изменения федерального закона, они не применяются к выборам, которые объявлены уже. Вместе с тем Центральная избирательная комиссия предоставила возможность в течение 2 дней до провести, соответственно, кроме того, тех 10 дней, которые у нас будут, а 10 досрочное голосование у нас будет осуществляться в соответствии с законом в будние дни с 16 до 20, а выходные с 9 до 15. Вот в эти 2 дня будет предшествующие, это в пятницу и субботу, 11 и 12, будет возможность, соответственно, голосования с 8 до 8. Вот. Но окончательное решение будет принимать комиссия, организующая выборы.